that little mouse, cause I'm an albatross. Всем привет, с вами Юлия, вы на канале Двоичный Код, и в этом обзоре мы с вами поговорим о таком проекте, как Elrond Network. Elrond Network — это полноценное и беспрецедентное переосмысление всей общей архитектуры блокчейна, разработанные для обеспечения общего улучшения за счет масштабируемости, эффективности и безопасности, сохраняя децентрализованную настройку. Чтобы достигнуть этого, команда внедрила новый механизм мимикридного разделения состояния, который обеспечит масштабируемость по мере того, как все будет больше узлов присоединяться к этой сети, прекращая обработку транзакций. На уровне консенсуса Elrond дает новый механизм, который называется Security Proof of Stake. Вводя случайный набор консенсусной группы, ставку плюс, как функцию пригодности для предупреждения сибил атак и моментальную окончательность на основе PBFT. Чтобы обеспечить децентрализованное приложение Elrond, спроектирован так, что он совместим с EVM и Evans и поддерживает множество языков смарт-контрактов и формальную проверку. Этот проект, он способен решить трилемму масштабируемости блокчейн-сетей и многократно усилить взаимодействие технологии с реальными секторами экономики. Основная задача этого проекта состоит в том, чтобы создать блокчейн с новой архитектурой, которая выходит за границы современного уровня и предназначена для прикладной масштабируемости благодаря адаптивному разделению состояния и безопасному подтверждению операций, то есть это SPOs. В экосистеме, цель которой это межсетевое взаимодействие, их идея для интеллектуальных контрактов подразумевает механизм совместный с EVM для обеспечения функциональной совместимости по конструкции. Все это в целом является доказательством того, что Elrond Network не потеряет актуальности в постоянно развивающейся среде блокчейнов. И на фоне постоянного выхода многочисленных блокчейн-проектов без особых целей и смысла, команда Elrond выглядит более чем привлекательно. Стартап приносит не только новую идею, но и принципиально новый технологический базис, позволяющий верить в перспективу разработки. К сожалению, у проекта нет детальной росписи всех его целей и аспектов применения. Но нужно ли это сейчас, когда он слишком далек от финальной стадии? Главное — это востребованная технология, неплохая команда и доступный токен, который сейчас уже, скорее всего, торгуется гораздо дешевле будущей себестоимости, которая сформируется на основе перспектив технологического фундамента в будущем. А на этом мой обзор заканчивается. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все необходимые ссылки на эту платформу я оставлю в описании. Всем до новых встреч, пока-пока!